Come clean. Иди сядь на камыш, иди на место. Привет, друзья! Сегодня у нас утиная охота. И это то место, где, когда утка в наличии, очень получались результативные, хорошие охоты. И главное, интересные. Вот. В этот раз я приехал сюда без проверки. То есть ряд охот здесь вообще не проводилось. Поэтому решилось по времени, после работы, место куда-то поехать дальше просто бы не хватило. Вот я и приехал сюда встретить вечерочку. Как окажется в дальнейшем, не зря. Поэтому приятного просмотра. Как только начинало солнце прятаться за горизонт, поперла утка. Но вся она летела стороной, чуть в стороне от меня. И в кислороде, как говорят, на приличной высоте. И вот сейчас будет момент, когда получилось добыть уточку. Смотрите, как это было. Взять на место. Ну что, друзья, с полем? Фух. Друзья, давно я таких, не то что налетов, утки так не видел, чтоб летали. Но это видно разово, сейчас пройдет и все. Вот она, грябочка плавает, надо ее будет потом выловить еще. Итак, друзья, вкратце рассказываю, что происходило далее. Так как темнело уже довольно-таки сильно, я решил камеру снять и вместо нее повесить на голову фонарь. Мимо меня на бреющем слева направо пролетел гигант-селезень. Соответственно, ружье на плече, я только удивился этому моменту. Ну и проводил его взглядом, конечно, пытаясь подкрякать, подозвать, он уже больше не вернулся. Далее был момент, уже по темному, камера была уже убрана. Только был фонарь. Хотя этот момент, если бы записался, было бы вообще познавательно наблюдать. Напротив меня садится утка. Прямо на чистая. До нее было метров 5-8. Я решаю, что с ней сделать. Включаю фонарь. Ну и так направляю в сторону утки и включаю. И вот она в шоке, ее луч освещает. Я принимаю такое решение. Думаю, как мне стрелять. Беру чуть выше. Ну это все доли секунды. Мозг там обработал по-быстрому. Беру чуть выше, потому что если бы я в нее стрелял или чуть ниже, соответственно, либо ее разбил, или бы там мог бы даже не попасть. Вот беру чуть выше, жах, всплеск, смотрю, никто не взлетает. Все это успокоилось, смотрю, утка крутится. То есть я так взял высоко, что буквально нижние дробины ее вот посекли там шею, голову, даже не разбив ее. Вот так была добыта вторая утка. Вот. И вот этот момент, когда я их достаю. Всем спасибо. В следующих видео я уже научился пользоваться и фонарем, и камерой одновременно, поэтому там будет поинтереснее. Всем счастливо и пока, и ни пуха, ни пера. До встречи.